Ребята, всем привет! Приехали на охоту, наконец-то, на вечернюю зорьку, ну как на вечернюю, до вечера будем стоять охотиться. Вот, качаем лодку, вот она такая лодочка, двухместная ПВХушка. Вот там вот Владимир Геннадьевич собирается уже понемножку, уже почти боевой готовности. Вот так вот, надеемся, что-нибудь хоть добудем. А если ничего не добудем, то просто побудем на природе, подышим свежим воздухом и отдохнем от этой всей рутины городской, деревенской еще. Вот так вот, так что приглашаю вас присоединиться к нам. В дальнейшем увидимся уже на плюсе. Все, всем пока. Так, ты фонарик взял? Нет? Почему? Опа. Положи кратненько, пожалуйста. Благодарю. Ай, спасибо. Ай, спасибо, аль болит. Че, ты как пойдешь сейчас? Со мной? А? Может, ничего не будет. Стою, зорь. Душа просится. Будто не получается работа. Светает сейчас уже только в 7 часов. Так что... Чучел. Выглядит довольно-таки неплохо. Вот, ребят, не знаю, снял, не снял. Так, одна есть. Вторую тоже попала. А, блин. Так, шилохвость. Табун шилохвости налетел, ребята. Пробовал. Высоковато все-таки. Все-таки высоковато. Отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подушка с него аж полетела. Аж подушка полетела, а? Черочек. Черочек. Пока там настроил камеру по зрению, вроде бы показалось, но он глаза поднимает, крикаш садится. Садится крикаш. Короче, со мной был один. Вот он.
интересно, я считаю, что здесь есть. А вот с табуна шилохвостя выбил, забавно, местная северная рыбка. Ребят, настал тот момент в охоте, когда можно немного поговорить, то есть отвлечься. Лед утки маленько прекратился, ну так периодически пролетают, но пока не было налетов таких хороших, все стороной, все далеко, не хочется птицу пугать либо ранить ее, чтобы она пропала, и патроны тоже тратить попусту. Вот так все хорошо, нормально, утка идет. То есть, ну, мало чучал, может, маленько еще место неправильно выбрал. То есть, еще, может, поэтому так еще плохо все. Утка мотается. Ну, не мотается, а то есть садится. Вот. Взял 3 штучки. Рикоша, шилохвость, черка. Товарищ стрелял. Там, не знаю, сколько он взял. Вообще взял, не взял. Что добыл, тоже не знаю. Потом придет вечером, расскажет все. Поговорим. Поднял очень много утки. Она проходила надо мной, но высоко. То есть не стал я стрелять. Думал, может, что-то там развернется, среагирует на чучела там. Бывало, разворачивалась птица, но я сижу в лодке, такой небольшой камушочек. Если она утка летит 30 метров, то есть она меня хорошо видит и сразу в сторону, как ошпаренная отскакивает. Так что сидим дальше, ждем. Моменты, наслаждаемся природой, наслаждаемся моментом. Может, это последний раз. Все зависит сейчас. Погода непредсказуемая. То есть, может, завтра лед встанет, там, мороз ударит, лед, и все. Утка сразу уйдет, и больше ее не будет здесь. Только до следующего года. Сидим, ждем дальше, ребята. Продолжаем охотиться. Далековато. Ну вот, ребят, осталось совсем немного до конца зорьки. Буквально там 30-40 минут и наступит сумерки, в которых камера уже не сможет писать. А может, писать даже и нечего будет, потому что утка не летает. Хотя она здесь есть. Утка здесь есть и достаточно. То есть она просто сидит и даже не хочет подниматься. Отдыхает перед дальним перелетом. Вот. Так что как-то так. Немножко взяли, немножко постреляли. В принципе, душа довольна. Вот. И не знаю, что еще сказать. Да вроде все хорошо. Все хорошо. Все удачно. Будем стоять до самых сумерек. Может, по сумеркам что-то еще налетит. Может, до сумерек еще налетит. Посмотрим. Посмотрим, ребят. Продолжаем охотиться. Ой-ой, промазал-то как, а? Как промазал-то, а? Как промазал-то, ребятки? Ай-яй-яй, классика, классика жанра.
Ой-ой-ой. Надо идти собирать. Два упало. Два упало. Упало два. Вроде бы два. Ох ты! Вот это да! Вот это я выдал! Фу! Вот это да! Это мне понравилось! Три выстрела, три штуки. У-у-у. Это, ребят, мне давненько такого не было. Давненько. Давненечко. Все мертвые. Все. Все три. Все три. Он еще заходит. Он еще заходит. Он еще одна заходит. Вот она. Вот. Промазал. Промазал. А вот сейчас промазал. Вот это. О, хорошенько. Какой саксонишка, а? Друзья, завершение нашей черной зорки. Взяли мы сколько? Я 11. 17? Ты сколько? 17 штук? 17 штук взяли. На двоих. Прекрасный результат. Настрелялись, много впечатлений, эмоций. Нагулялись, надышались свежим воздухом. Вон Владимир Геннадьевич уже, вон ползунки снимает свои. Дядя Вова, на сколько похудел? На 5 килограмм. Вот, вот, ребята, замена всяким фитнесом, костюм, ватные штаны под низом и пошел по болоту. Ну все, ребятки, всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем ни пуха ни пера.